повсюду шары, музыка и рак, который то и дело по-дружески цеплял клиентов своими клешнями. Спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак» в этом году празднует юбилей – 20 лет. За это время его посетили тысячи клиентов. Было проведено множество соревнований. Многие здесь учились плавать, а кто-то ходит и по сей день. Очень весело и празднично, потому что на ресепшене такой там рак веселый. И вообще я не ожидала, было для меня неожиданностью такое приветствие. И обстановка праздничная здесь в бассейне. В честь дня рождения в бассейне «Фока» провели турнир по водному поло. Началось все с парада участников, гимна и поднятия флага. На воде собрались ватерпольные команды ульяновских университетов. А на другом поле играли ватерполисты поменьше – школьники. Ребята ходят на секцию и стараются не отставать от старших товарищей. Сегодня у нас представлены возрастные группы от мала до велика. Хорошее событие. Детские команды играют на одной половинке бассейна, взрослые на другой половинке. Возраст участников от 10 до 70 лет. Вот. То есть еще вчерашние там детсадовцы, сегодняшние школьники, сегодняшние пенсионеры, все в одной воде, все играют. Занимаюсь на протяжении 5 или 4 лет. В водное поло завлек отец, который тоже еще дольше занимается водным поло. И в один момент просто не хватило игроков, и мне предложили сыграть. Мне понравилось, и я ушел в эту сферу. По итогам турнира золото взяли спортсмены Ульяновского института гражданской авиации, серебро за Ульяновским госуниверситетом. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.